И на льду появляется Анна Щербакова, ни много ни мало действующая чемпионка России среди взрослых. Фигуристка, которая уже знает, что такое оказываться выше остальных, в том числе самых титулованных конкуренток. Счастливо тебе, Аня! Очень нежная, очень трогательная и, поверьте, очень сильная. Все сделано было точно, и первое, так сказать, исполнение среди девочек здесь было первое — Лутц Ридбергер. Это каскад Загитовой, которая... которым она выиграла Олимпийские игры. Ну и каскад... Это не шутки шутить. Да, который, собственно, стал фирменным знаком девушек из группы Итари Тутберидзе. И практически все спортсменки из этого коллектива исполняют этот сложнейший элемент. Ну, знаете, в какой-то момент даже так... Вот так сделал, вот да, так Алексей? Прямо мы с тобой тоже. Ты сидишь рядом со мной на каскаде тройной Лутц, тройной Ридбергер, потому что показалось, что вот выезд тройного Лутца не очень был комфортным для продолжения каскада, но... Вы правильно сказали, Татьяна Анатольевна, очень сильное катание. Вот эта сила внутренняя просто подняла ее на тройной Ридбергер. Колоссальная. Как она в прошлом году выиграла, как она заходит на свой четверной Лутц в произвольной программе. И здесь тоже она все делает так нежно, но так точно. А знаете, я сейчас, ну, буквально до этого старта, как раз взрослых наших девушек, прочитал хорошую статью Ивана Кузнецова, который пишет о том, что, да, вот он, да, зачастую, да, что делает нас счастливыми, делает нас несчастными. Докручено. Я не знаю, что они там ставят. Докручено, так и ставят. Докручено. Да нет, Татьяна Анатольевна, конечно, докручено. И что там? Да, что это неразделимо. Это девушки группы Итари Тутберидзе, что каждый из них... неотъемлемое условие существования
другое. Это действительно так, потому что когда ты один, да, ты можешь, безусловно, работать, ты можешь улучшаться, но когда в группе такое созвездие звезд, с какой-то стороны это, конечно, может быть психологически давить, но с другой стороны, ведь, Татьяна Анатольевна, я же вас тоже всегда просила, говорю, давайте, если вы не против, кто-то еще будет тренироваться, потому что... Я была не против. Да, ты краешком глаза следишь. У меня много народу было, да. Ты следишь, что происходит в том углу или в другом, это подталкивает тебя. Конечно. И ты сегодня планировал сделать одно, а ты делаешь это, и плюс еще что-то, чтобы быть все-таки лучше и себя, да, и лучше других. Да, вас это всегда заводит. Потому что все работают над одними и теми же прыжками, и, конечно, это заводит. Но и в условиях этой конкуренции результаты, как мы видим, растут, ну, буквально как на дрожжах. Да, на мировые дрожжах. Рекорды и в короткой программе, и в короткой вот, программе. И личный рекорд Анны Щербаковой, который превосходит ее предыдущее достижение почти на 5 баллов. Представляете, 78-27. Лучший результат в карьере Ани за короткую программу.